А мы все ждем и ждем. Оно уже там немножко потаяло. Сейчас я покажу. Жар тут солидный. Вот так руку уже не подержишь даже. Думаю, там температура хорошая. И вот так вот оно подтаяло. Но там еще толстый слой того, что не растаяло. Поэтому ему еще греться и греться. Надо будет подложить дров. Погода, конечно, у нас просто какая-то невероятная. Просто весна на максимумах, так сказать. Вот так вот выглядит крыша. Вот этот вот станок наш. И сейчас мы его будем, станок, точнее этот, сейчас мы его будем погружать. Все, погрузили. Вот так вот она активно бурлит. Очень активно. Это старая крыша, у них много влаги может быть. И поэтому вот такая вот бурлящая, бурлящий такой парафин. А это мурка. Ей лет очень много, не знаю сколько, но она очень старая, хорошая. Она к нам приблудилась давненько уже. Видно, кто-то ее бросил или еще что. Так, сейчас мы будем вытаскивать крыши. Прозвенел таймер, уже надо вытаскивать. Вот температура была. Сейчас будем. Заряжаем новую. Эту уже вытащили, вот она. И заряжаем новую. Загрузили вторую уже за сегодня. Теперь ждем, пока сварится. И так целый день. Вот такое получилось видео. Пчелы летают. Не кусают еще, но это вопрос времени. Все показалось максимально просто. Загрузили 10 минут и все.